Видно? Она далеко не убегает. Крыска нажралась. Ой, Сережа, она бежит. Ой, ей. Пусти кошку сюда. Она побежала. Вон мышечка. Так, ну вот. Крыска сейчас побежит опять, да? Ну вот. Крыса уже, надеюсь, удохлая. Очень живучая, очень. Пришлось применить тяжелую артиллерию. Ну, все вроде бы. Окочурилась. Ну, вот так. Второй день подряд крыса у нас словленная. Споймана. Господи, как же правильно сказать. Вот так вот ловим мышей и крыс. Ну, пока крыс только. Ну, уношу ее отсюда. Эта крыса нажралась отравы. Оба капкана сработали. Но там никого не оказалось. И крыска немножко была в таком замешательстве. То есть она сразу не убежала. Но потом она почуяла, видать. Пришла в себя и хотела убежать. Но не тут-то было. Мы ее быстренько решили убрать. Зачем она нам надо? Вот так, друзья, каждый день крыс ловлю. Собираю, в общем, коллекцию крыс. Вот так вот. Ну, а что делать? Надо. А Сережа разносит воду гусиком. Курочка мультиком. В общем, всем разносит воду сейчас. И позвал меня. Говорит, иди посмотри. Крыска там. Полуживая, полумертвая. Я прибежала, она решила убежать. Но ничего, мы ее быстренько нашли, что с ней делать. Курица сидит в гнезде. Интересно, что там? Есть яйцо, чи нет? Что ты там сидишь? Ты снесла яичко. Давай посмотрим. Опа. Куреха, там есть яйцо? Или что вы там? А, там еще одно есть. Так вы жрете яйца или что? Это клюв какой-то грязный. Эта курочка частенько сидит в гнезде. Черненькая. И что там? На очереди. Дайте я посмотрю. Дай посмотрю, а вот и гребень такой бледненький. И я туда сушить. Это нет яиц. Три курицы залезли в ящик. Ну, еще четвертая может лезть. Я солому стелила, чтобы вы мне не говорили, что голый ящик, голые доски, соломы нет. Солома была. Быстро она тут разносится по округе. Куры вытаскивают. Этот ящик временный, говорю еще раз. Будет другое гнездо у них. Мне пока яйца, по сути, не нужны от кур. Потому что я их листую, эти яйца в корм нам, в еду нам не идут. Поэтому, курехи, можете сильно не стараться. Еще неделя. Потерпите неделю, а потом начнете мне нестись. Вот эта курочка частенько я вижу в гнезде. И вот эту вот. А ту первый раз. Старушка вроде бы, да? Да, это старушка. А гребни такие светлые. Но это, скорее всего, обтерлись об извести. Да, да, это стена сейчас белила. И у курочек гребни в звездке. Видать, когда спят на насестах, на последних, на самых высоких вот реечках, вот они обтирают. Вот так был чистенький курятничек. Насесты были беленькие. Уже они превращаются в черненькие. Ой, а дверь какая же у меня дверь и окно. Ой, ой, курятник-то у нас какой красивый. Вот так вот. Крёха, ты меня всегда встречаешь. Что расскажешь? Где яйца? Ой, друзья, яйцо есть. Ёшкин кот. Яйцо-то есть. А ну, дай я возьму. Дай. Горячее. Ты что, черное снесла или это беленькое снесла там сидела? Кто снес яичко? Наверное, вот это там было. Или это. Короче, уже не угадаешь. Ну, вроде там не было яйца. Горячее. Или черное только усело снесла. А эти, смотрите, хотят зайти. Значит, они еще не снеслись или думали. Короче говоря, я яйцо забрала. Все. Ложу его.
там, где у меня все яйца отдельно лежат, собираются. Буду скармливать. Курочки пошли пить водичку. Буду потом кормить. Да, ой, как мы поем. И смотрите, чем я сегодня накормила своих курочек. Вот не угадаете, чем. Кукурузой. Хотя многие из вас мне написали, что в летнее время кукурузой вы не кормите курочек. Но уже осень у нас началась. И я кормлю тем, что у меня есть в запасе. Вот. Но вот это кукуруза, друзья, вареная. Так, я бегу. По сути, тут, наверное, еще одно яйцо есть. Еще не сожрали яйцо? Дайте гляну. Ой, как хорошо я пришла. А ну, и я туда загляну. Че там, че? Есть че нету? Кто орёт-то? Дайте выйти черной курице. Так, я рядом. Я это, комментатор. Ай, тихо. Курица, ну что, ты хочешь нести? Ага. А что ты орала? Там не было яйца. Так, обманули. Думала, там яйцо. Короче, вернемся. Так, сейчас я это яйцо поставлю в карман. Надеюсь, я его не разобью. Я могу. Вот смешно будет. Квашня будет в кармане. Яичница будет в кармане. В общем, это у них сегодня в кормушечке вареная кукуруза. Но, короче, тут какая-то кукуруза, она... Это Сережка делал для рыбалки. Она находилась в холодильнике. Короче, там какой-то был рецепт у него такой интересный. Уже не нужна ему эта кукуруза. Короче, я скормила ее курочкам. И вы знаете, им нравится. Правда, они сначала выбрали корм другой. Дробленочка здесь была помимо кукурузки. А кукурузу вот они, видите, сейчас вот поедают. Они ее достают потихонечку. И в процессе беготни доедают. Вот так. Ой, так я надеюсь, что поможет это глистование. Смотрим, да? Как будет дальше, будем смотреть. Вон там курочки любят прятаться за поддонами. И в уголочке. Их любимое место. Вот так. Ладно, текаю я отсюда, а то куры начинают орать. Че орете-то? Где еще одно яйцо? Тут три курицы, а яйцо одно. Кто снес-то? Черное, думаю, снесла. А эти только две притворялись. Вот так. Я чуть-чуть попозже зайду и посмотрю, что там будет, а что не будет. Да, гуси? Вы пожрали то, что я вам дала? Ой, Лиза, где ты была? Тут такая была интересная ситуация. Где ты была? Тут крыса была, а ты где была? Ты когда будешь ловить нам крыс? Когда? Скоро. Ее еще нельзя выпускать. Это... В принципе, такая крыса... Нет, она для Лизы еще, наверное... Большая. Хотя Лиза могла бы ее, наверное, уже и сапать. Эта крыса небольшая для Лизы. Она небольшая по своему размеру. Есть же крупнее намного крысы. Эта крыска еще молоденькая. Что ты там увидала? Насторожилась. В общем, Лиза будет скоро нам гонять крыс. Ее уже тянет. Смотрите. Куда ты побежала? Нашу Лизу уже тянет на какие-то приключения. Она так и рвется во времянку залезть. Да. Каждый шорох, вот она прислушивается. Она любит гонять птичек, которые тут у нас летают. И голуби. Да, она вот так сядет тут и смотрит. Выжидает. Голуби, когда прилетают, Лиза рядом, она хорошо их гоняет.
Ага, прибежала обратно. Ты прибежала обратно, моя ты хорошая. Что ты там увидала? Побежала. Лиза, кто моя хорошая? Лизу я тоже проглистовала. И собачек мы проглистовали. В общем, у нас все глистуются. Мы все гусей проглистовали. Гуси с курами были в курятнике. Надо, не надо. В общем, я пока их не трогаю. Гуси у меня еще месяц-два. И начну забивать их. Поэтому надо еще подумать. Надо ли их глистовать? Да, цыпочки, вас буду. Обязательно буду. Ой, какие же они у меня стали культурные, вот эти вот малышня. Цыпочки маленькие. На насесты садятся в домик. Но мне не нравится вот этот рыжий. Был такой хорошенький. Уже такой какой-то, знаете, зачуханный. Крылья висят. О, а эти не могут поделить место, видите? А, кошка рядом. Думаю, что он тут забеспокоился. А он не один. Смотрите, петухи все на стрёме. Лиза, пугаешь меня тут всех. Всех пугаешь. Слушайте, только что смотрю, гусяка прыгнул и с айвы содрал листик. Так вот почему, смотрите. Так вот почему айва у нас там падает. Я ж уже поднимала там айву. А то, наверное, гнилая. Смотрите. Прыгает. Вот поросенок. Чё ты прыгаешь? Ты мне сейчас айву там всю. Ой, сейчас я перелезу. Всё смахнешь. Вон уже на земле. Да. Ну, такая хорошая айва. Ага, уже и погрызли. Ё-моё, скоро сожрут мне всю айву. Лиза, ну ты опять пошла туда, Лиза. Ну вот, Лиза нашла себе место. Куда ходить? Смотрите, я тут кидаю гнилую айву. Тут на дереве есть гнилая айва. Что еще есть? Только две пока. Вот это тоже будет гнить, наверное, да? Все. Такую ну, сложно кушать. Она деревянная. Не по зубам. О, Лиза. Господи, рыгаю. Она не ходит туда. В туалет. На новую грядку. Стой. Ой, ты, господи, пищи. Что, подсыпать вам? Ну, вроде есть. Корм подсыпем, если надо будет. Так, в течение дня смотрю, хожу, подсыпаю. Ага, жрём что-то там еще. Надо им что-то еще кинуть помимо зерна, чтобы они погрызли веточек зелененьких. Ой, неужели я вас показываю, у вас вода есть. И корм. Ну все, не бойтесь. Ой, Лиза меня провожает. Инспекцию проводим. Так, петухов еда есть. Я вечером их кормить не буду. Утром я им насыпала порцию. Они еще ее не сожракали. Боятся петухи. То Ника прибегала. Пугала их тут. С другой стороны Мишка пугает их. Короче... Бедные. Так, я иду. В руке айва. Вот. В кармане яйцо. Хоть бы не забыть, что у меня в кармане яйцо. Но все-таки я жду еще яйца. Еще яйца. Раз она там орет, или что она меня обманывает. Сейчас пойду еще раз гляну. Что она меня обманывает? Опа, раз, ёшкин кот, друзья. Ой,
второе. Коровенько, дай достану. Я почему хочу... Так, подождите, надо нагнуться, а у меня в кармане яйцо. Стой, сейчас я его вытащу. Вот, вытащила. И второе заберу. Почему я сейчас собираю? Они могут раздавить яйца. Соломы-то нету. Так, но это, по всей видимости, не снеслась. Вот это снесла яйцо. Вот она. И смотрите, она снесла такое бежевое яичко. А черная курочка снесла белое яйцо. Видите? И такое вот это крупнее бежевое яйцо. Вот эта светлая курочка беленькая, да? Она такая маленькая, несчастненькая задрипанная курочка. Куда лезешь? Не, ну смотрите, сейчас напугает меня всех. Не лезь сюда, не лезь. Короче, несчастная курочка. Давай я выхожу, выхожу, идем, идем. И это, и снесла такое красивое. Иди, яйко. Вот так. Так, друзья, прогресс налицо. У нас 2 яйца в день. Вот так. До этого было 1 яйцо. Ну вот так. И я рада этому. Вот такая я оптимистка.